Чё ты там смотришь? Ну чё ты все время смотришь какую-то точку? Там ничего нет! И опять туда смотришь стенку, ничего там нет, на меня посмотри хоть раз. А ты куда смотришь? Что ты куда-то смотришь? Всем приготовиться к обходу. Опять обход. Новик. Так, все приготовились, все приготовились, все приготовились, все приготовились. Так, тихо. Иди. Так, сиди тихо, так. Смирненько. Что тут мои пациенты? Все хорошо. Новик, стой на стреме, чтобы никто не выбежал. Стой, все хорошо, все хорошо. Так, малыш, ты как? Слюни подобрал, нормально все так. Малыш, нормально, вернулся. А чтоб тебя, малыш! Так, ты не трогай ты меня! Все, место! Мы с тобой подружились, место. Малыш, чтоб тебя! А ты че, маленький Эль Диабло Бланко? Че ты к нему лезешь? М? Так. Я это. Так, сидел. Мне нужен доброволец и самый небезумный среди вас. Кто из вас сам? Я самый адекватный, это же понятное дело. Ну, точно адекватный. Так, на выход, шел. Кто? Будем сейчас. А, я пошел. Процедурироваться, выходи давай быстрее. А это, хорошо, да, пошли, пошли. Вовик, отойди. Вовик, не слушай. Ты мне Вовик. Доктор Хербрин, как там у вас дела? Чтоб тебе, Вовик, твои глаза меня поражать всегда. Доктор Хербрин, когда мы выйдем наверх? Когда я вижу братца? Когда я вижу родителей своих? Когда? Так, все тихо. Ша. Ну хватит мне рот затыкать. Я все время спрашиваю, но ты не отвечаешь, доктор Хербрин. Потому что я сам ничего не знаю, я не знаю, что происходит наверху. Заходи. Ну, ты только говоришь, что какой-то апокалипсис, но больше ничего. Как знать? Вот для этого ты мне и нужен. Не перебивай меня, да когда я говорю, потому что я тебя сейчас своими глазами буду поглощать. Не надо. Не надо. В общем, кто-то украл все мои карты, которые были вон там на столе этой ночью. И я теперь не знаю города, я не помню, какой у нас город, где что находится. Я без понятия, что происходит наверху, так что... Иди туда, а мы подождем. Нет, ты вызвался добровольцем, ты пойдешь, а я буду смотреть за пациентами, да. Как, я не пойду наверх. Ты пойдешь, я тебе уже даже вот... Там он скупо снял экипировку, все как не может быть. Еду тебе приготовили, факелы. Эй, это факелы. Не перебор? Запомнишь, это как будто я на войну какую-то иду. Ничего, никакая не война. Смирись, сын мой. Готовься. Я не твой сын. Одевайся. Ладно. И не забудь заполнить карты. Не забудь, что мы не знаем, что там произошло. Никому не доверяй, ни с кем не разговаривай. А. Просто пошел. Заполнил карты. Заполнил карты. А вот эта таблетка – экстренный случай. Экстренный случай. Бросаешь ее, и она перенесет тебя в твою комнату, если что-то пойдет не так. Ты меня понял? Да, конечно, я понял. Экстренный. Экстренный. Все, теперь пошел вон. Ну, то есть наверх. А, пожалуйста, доктор Херабин, а вы мне дали настоящий меч? Это же типа, ну... Это не настоящий, это игрушечный меч. Я его с куклы взял. А чё ж здесь пишет аж 6 урона? А иди уже, да господи, что ж ты такой проблемный? Да я иду. Вон, а там это точно вон, будет все хорошо со мной? Конечно, там ничего страшного не произошло. Да? Ну ладно, нету карт, серьезно. Что-то случилось прям совсем. Ты еще здесь? А, да, я иду, а это же надо помогите там, куда? Да, давай, пошел. Да я иду. Эй, ты подождите, доктор Херабрин, а почему вы застроили здесь? Эй! Как вы ничего? Вовик уборка! Они просто ушли, это же надо так. Так, я смелый, я всегда был смел. Я столько всего прошел с братцами, не только. Так, я смелый, я сделаю. Так, карты есть, я заполню карты и быстренько вернусь домой. Ну, давай. Так... Тихо. Все нормально. Тихо. Так. Все тихо. Так. Отлично. О. Так. Тихо. Так. Все нормально. Так. А как выбраться здесь? Единичка. Я еду. Ты быстро. Почему так быстро? О. Так. Факелочки. Есть. А. Кто-то побежал. Случилось с больницей-то? А вы еще кто? Тихо. Так, главное, что не кричать. Все шепотом, все по-тихому. Так.
дальше пошли. Спускаемся. Спускаемся аккуратненько сюда. Вот так. И вот так. Йоу. Китя? Китя? Китя, 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 Китя. Какая-то кошечка потерялась. Китя, 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 Китя. Китя, Китя, Китя. Китя, ты где, Китя? Китя, 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 Китя. Так. Тихо. Они везде. Так, в сторону, в сторону, в сторону, в сторону, в сторону. Китя, 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 Китя. Какая-то кошечка потерялась. Так, кто-то идет, кто-то... Он один, он не один. Тихо. Так, сражаться, сражаться. Сюда умеешь сражаться. На. Вот кто еще тут? Нет. Вот. Есть. Есть. Так, карта еще одна. Есть. Так, есть. Так, быстро бежал и вернулся. Какое-то свечение видел. Что это такое? Что-то пробежало. Так, тихо, все нормально, все нормально, все нормально. Я же просто маленький ребенок, который вылез непонятно куда. И посмотрите, что здесь творится. Здесь какие-то странные... Эй! Что? Тебя? Что ты такое побежал? А ты что такое летишь? Что с нашим миром случилось? Эй, малыш, ты что, заблудился? Подожди, не бойся. Может тебе помочь? Ой, аккуратно, посмотри, сейчас тебя убьют, ты что? Кыш, фу, не трожь меня, малыша, ты что? Привет, малыш. Привет? А кто это у нас здесь такой маленький в лесу ходит? Один одеха нет. А, это я просто... Что? Ой, скелет паршивый напал на малыша. Что ж ты будешь делать? Надо покушать. Может помочь убить этого малыша? Что? Что? Я помогу, ты знаешь, кто я? Нет, ты... Что за... Кто? Ты за такое... Странно, я ж... Ты почему такое страшное? Ты почему все какое-то... Да, зачем ты так говоришь? Я не страшный, я очень милая и хорошая. Я всем помогаю, да? Кошечка, где эта кошечка? Кошечка, сейчас кошечку убьешь. Нет, кошечку, кошечку не надо! Ты что, она ж хорошая была! Это кошечка убила ту кошечку. Это все скелет. Ой, кошечку зацепил. Скелет, скелет, спасибо, что помог, конечно. Вот еще скелет. Смотри, убегай, быстро убегай. Стоп тебя. Убегай, а то сейчас тебя подбить будет. Стоп тебя. Кошечка, жди, жди, я тебя спасу, кошечка. Так, надо покушать. Ой, кошечка, надо покушать. Спасти кошечку. Кошечка, кошечка, кошечка. Кошечка! Какая кошечка? Нету кошечки. Где, кошечка убежала. Кошечка. Где-то кошечка была. Нету кошечки, я тебе показала. Она же только что здесь была. Слушай, а ты совсем один? Сзади, или, может, сзади какой-то бежит! Что это такое? Это ж маленький крипер, он бежит к тебе подружиться. Ты какой подружиться? Нет! Ну вот. Он не дружит что со мной. Так ты один совсем, да, в лесу? Ну, у тебя нету ни друзей, никого? Мне надо карты делать. А что кто тебя послал? Меня послал доктор Хербрин. Это надо карты делать. А, так ты, есть еще люди, да? Да. А я хочу с ними познакомиться. Ты меня поведешь к ним? А ты почему здесь? Ой, откуда это упало? Странно. Я же просто имею в виду, что я, ну... А ты что ты делаешь? Так я не знаю, я смотрю, вот ты идешь, решила подойти. А что это там такое, смотри? Где? Где? Вон там, смотри, там, вот там.
Откуда оно упало? Оно меня чуть не придавило! Не знаю, но это очень странно. Я считаю, нужно идти к твоим друзьям, да? Да, наверное, лучше отсюда уйти, потому что это не то. Это да. Так, веди меня, куда нужно идти. Ну, идем, так. Ой, осторожно, сейчас. Ого, ты видел? Что это было? Какой-то прибежал. Как вот такой, как там, вон чудик, и ударил тебя и убежал. Меня ударил чуть. Ладно, отсюда надо сваливать. Пошли вместе, мы спасемся. Да? Идем. Так. Да. Где-то сюда надо идти. Или сюда. Аккуратненько, там всякие бегают монстры. А ты где? Алло? А ты где? Эй! Малыш, я иду. А ты где? Ты где, малыш? О, вот малыш. Да. Нашла малыша. Идем, идем. Так, где-то. Меня все время хочет что-то задавить. Это неладное. Я где-то упала. Ох, что это такое? Ты где, малыш? Это что было? Как ты так... как ты... нет! Малыш! О! Где ты? Ау! Я внизу! Я внизу! Я... Алло! Ого, как высоко! Прыгай сюда! Ох. И тебе ничего... Ох, как руки чешутся! Что такое? Почему? Тебя руки болят? А почему ты? Да, я устала. Ты... Покажи мне свои идеи побыстрее. Я хочу сыграть с нами очень веселую игру. Ну ладно, ну типа давай только быстренько, потому что сейчас будут ругать. Я вроде бы все сделал по карте. Ты да, так быстро двигаешься как-то. Подожди, не спеши. Доктор Херобрин! Ты... Что ты делаешь? Это ваши друзья. Да, идем быстренько, зайдем быстро внутрь. А ты знаешь такую игру? Убеги или умри? Нет. Моя любимая игра. Ну, мы сыграем, сыграем. Я такое не знаю. Подожди, давай быстренько. Доктор Херобрин! Ух ты, какой красавчик. Ты иди сюда, подожди здесь. Хорошо, он любит, когда все на месте, окей? Только ничего не трогай здесь, хорошо? Конечно, подожди. Ты что, я сама святая. Только серьезно, подожди, ничего не трогай. Вовик, только присматривай за ним, окей? Смотри тщательно, что они там беги, делают. Беги, потому что беги. Я не знаю, кто это. Окей? Смотри Дочь. Только внимательно за ним. А почему он не убежал? Ты умер? Я победила. Доктор. Кто следующий? Может, ты? Херобрин! Доктор Херобрин! Я натворил! Я кое-что натворил! Я привел кое-что! Кое-что очень плохое! Доктор Херобрин! Доктор Херобрин!